Кто это восходящая от пустыни? Как бы стал бы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника. Вот о древо Соломона, 60 сильных вокруг него, и сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Станцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью. Челями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите чери сионские на царя Соломона, венце которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его.